Всем доброе утро. Сегодня у нас с Матей небольшой праздничек. 8 лет с того момента, как мы познакомились. Я ей приготовил небольшой сюрприз. Сейчас все увидите. Как настроение? Ну, Масянь, скажи, у тебя хоть предположения есть какие-нибудь? Ну, а что ты можешь сказать по поводу после 8 лет совместной жизни? Ну, скажи, почему потом лично? А ты меня хоть любишь? И я тебя люблю. Что, догадки появились? Нет? Мась подумала, что мы пойдем в кафешку. Но нет. А ты как думаешь? Еще не знаю, но я вам расскажу по секрету. Мы идем в дельфинарий поплавать с дельфинами, точнее Мася будет плавать. Сейчас посмотрим на ее реакцию. Что, не догадалась? Как это для тебя? А зависи все. Дельфинчиками поплавать. Пошли. Да. Может, Ярик запихнёт? Да, попробуй. Если маленький ребенок хочет в туалет встать, нужно его выбить. Билет есть. Будешь поплавать еще? Ну, чуть-чуть нет. Привет, ребятки. А как их зовут? Василиса и Смайлик. Василиса и Смайлик.
работа. Возникла бешеная идея, сейчас попробуем ее воплотить. Видел! Здесь не оказалось того, чего я искал. Ну, пускай хоть Ярик подрифтит. Так. Мы то, что хотели. Вот такие штуки. Гидрогель. А что с ними я буду делать, вы узнаете в следующем видео.